Блин, там сбоку видно, что я сохранил коробки из-под Додо Пицца по Ханкаю и Дюне. А еще стекло так хорошо отражает, что пришлось надеть штаны, дабы пройти цензуру Ютуба. Извините за такое качество съемки, у меня есть только китайфон. А это мой первый трофей в Бладбоуле, а кольчужный мяч для американского футбола за победу в 27-м сезоне Чемпионс Ладдера. Вот такой рум-тур по моей домашней студии. Anyway, всем привет, с вами Синг, и я хотел бы поблагодарить вас от чистого сердца. Вы даже не представляете, насколько я вас всех люблю и ценю. Если кто-то не сидит за моей телегой стримами или послесловиями видео, то ко мне приехал новый компьютер. Так что сейчас я отчитаюсь, во сколько мне это обошлось, как прошло и что изменится на канале. Поехали! Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы богатый человек. Давайте уточним, насколько. На стримах я собрал 97 730 рублей и 32 копейки. Если вычесть комиссию, то будет что-то порядка 91-92 тысяч рублей, так как часть донатов была сердечком. Также я смог вывести свои Twitch деньги, которые висели еще с марта прошлого года, за что огромное и пламенное спасибо моей замечательной зрительнице из Армении Юле. Правда, пришлось столкнуться с не менее потрясающим налогообложением в 20%, отчего мои 29 тысяч плавно превратились в 23. Системник без SSD и видюхи обошелся мне в 120 тысяч с мелочью. Карту я нашел на Авито и очень прилично сэкономил, но пришлось взять 60 тысяч в долг у отца, за что я ему тоже невероятно благодарен. Не уверен, что я скину ему это видео, но anyway, я тебя люблю. После сборки компа я понял, что мне не хватает места для всех хотелок и совершил последнюю на ближайшее время импульсивную покупку – SSD. Получилось как-то так. Сейчас вы можете зайти в комментарии и популярно объяснить, что моя сборка – говно. Шучу, конечно, но боюсь, некоторых людей это не остановит. Как вы видите, все свои внезапно появившиеся доходы я вложил в дело. Осталось отдать долг отцу, купить хороший монитор для монтажа и свет для вебки. Это если по минимуму. Вчера я заказал себе новый интернет, в 5 раз быстрее нынешнего. Так что завтра стрим начнется пораньше, ибо вечером придут гигабитный кабель прокладывать. Предположительно запущусь в 11, а не в 12, как обычно. Правда, сегодня после видео я потащусь покупать новый роутер, но что поделать, план такой, я перестану пользоваться сервисом для рестримов и буду пускать два отдельных потока от себя. Прикол в том, что на Твиче есть ограничение на битрейт, поэтому качество во время анимации падает, а на Ютубе можно выставить любой битрейт, так что попробую организовать красивую картинку для ютубчан. А теперь перейду к рассказу про покупку. Системник я заказывал у Регарда, и опыт получился смешанный. 11 декабря я собрал компьютер через их конфигуратор, и на следующий день мне позвонил менеджер. Объяснил, что перед Новым годом огромная очередь, и придется неделю подождать сборку, не считая доставки. Я вздохнул, но согласился. Далее, как мне показалось в первый момент, меня приятно удивил сервис. Менеджер поинтересовался, мол, вы не заказали видюху и SSD, вам подвести питание под них? Я объяснил будущую сборку, и меня уверили, что провода протянут. Запомним этот момент. Тут Регард на неделю пропадает, а я отправляюсь в путешествие за видюхой. Не смог удержаться, маленькая остановочка. У Герты перед последней комнатой первого этажа выпал кубик на смену всех диковинок, и я вышел в дамки. GeForce RTX 4080 в сетях стоит от 140 тысяч рублей. Про 4090 я вообще молчу. Родионовский флагман от 130, это очень дорого. Но по наводке знающего человека я получил ссылочку на Авито, где цена была чуть ниже 100 тысяч. Сейчас уже подороже, но на фоне ДНСов, сетилинков и всего остального разница земля и небо.
Контора называется K-Service. Ссылочку я оставлю в прикрепленном комментарии. Это не реклама, а просто жест доброй воли, и вы сейчас поймете почему. Все равно мало кто из зрителей живет в Питере, обновляет комп, да и нет у меня настолько широкой аудитории для таких интеграций. Я ж не Вилсаком. Было немножечко стрёмно, так как бизнес-центр, куда я шел с наличкой в 100 тысяч, находился в какой-то перди около метро Нарвская. Мелькали мысли, что сейчас меня ударят по голове и заберут деньги. Я добрался и подождал, пока со склада придет приятнейший молодой человек. При мне открыли коробку с видюхами, выдали мою, и я тут же ее распечатал. Ее подключили к открытой плате для тестов, и все при мне прогнали. Как я понял, ребята занимаются оптовыми поставками в одну очень известную сеть. Я не знаю, можно ли ее называть. Гарантия 3 года, полный кайф, работает как часы. Может быть, даже это видео смотрит Никита, который в тот день работал и в ходе разговора интересовался, что я снимаю на Ютубе. Передаю пламенный привет и респект за отличный сервис. В этот момент я грешным делом подумал, что все идет слишком гладко, и накаркал. Наступает понедельник, и мне звонят из Регарда. Выясняется, что конфигуратор на сайте поел говна, и блок питания не встает в корпус. Выбор такой: доплатить почти 5000 рублей и получить БП той же мощности, или же ничего не платить и получить слабее. Я вздохнул, затерпел и снова выслал деньги. Тут прозвучал второй тревожный звоночек, так как менеджер снова поинтересовался по поводу подведения питания, и мне пришлось повторить, какая будет видюха и SSD. И как я понимаю, они в этот день ничего не делали, хотя я оплатил все мгновенно. В общем, передали они собранный и протестированный компьютер в службу доставки только в пятницу. Точнее, в четверг вечером, но отмечен был на сайте Boxberry после полуночи. Напомню, я онлайн оплатил сначала 116 тысяч еще 12 числа, опять сверху 18-го. Тут случилось маленькое чудо. Мой гробик привезли из Москвы в Питер и из Питера в мой деревенский пункт выдачи уже в субботу днем. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Единственный минус, что моя коробка стояла на проходной и была в грязи буквально со всех сторон. Притом, я нашел ее раньше ребят на кассе, а затем они еще пару минут пытались найти вторую коробку с книжечками, винтами и всем остальным стафом. Но Boxberry молодцы, это супер быстрая доставка. Вызвал такси, и я впервые в жизни не поставил пятерку водителю. Стою с двумя огромными коробками. Подъезжает машина Яндекса. Там сидит дядька с самым недовольным лицом в жизни. И помогать мне не собирается. Я подхожу и не понимаю, как открывается багажник. Дядька из окна кричит, мол, нажми кнопку. Естественно, кнопка была в черном снеге и говнище. Кое-как с трудом поставил коробки, затем 6 минут ощущал себя дровами, которые везут из лесопилки. Ну, доехали и слава богу. Прихожу домой, разгружаюсь, протираю ладони спиртом и расставляюсь в центре комнаты. Вот знаете, корпуса у Lian Li потрясающе красивые. Металл, стекло, дизайн, вау. Но мне потребовалось прочитать инструкцию, чтобы понять, как его разобрать и вытащить кармашек для жестких дисков. Я как-то привык к простым и уродливым вещам. А теперь к нашему чеховскому ружью. Напомню, у меня 2 раза спрашивали, какие провода провести. С жесткими дисками Регард справился. А вот под видюху они провели 2 8-пиновых провода, но надо было 3. И мне пришлось лезть и заниматься горячим и продолжительным сексом с кабель-менеджментом. Заказывал я сборку компьютера, чтобы этим не заниматься. Я думаю, что если заказывать сразу весь компьютер у Регарда, то будет норм. Я чутка погорячился в телеге. Они очень хорошо его запаковали и внутри, и снаружи. Ошибка с питанием выпила моих нервов, но дерьмо случается. Скорость сборки перед Новым годом оставляет желать лучшего, но и это было ожидаемо. После установки видюхи и жестких дисков компьютер завелся с первого раза.
Вчера я внезапно кайфанул с материнской платы. Там 3 слота под M2 SSD, и 2 из них после установки видеокарты были сложно досягаемыми. Третий тоже было непросто достать, но зато не понадобились винтики, так как встроен механизм закрепления памяти. Это чертовски удобно. Без приключений не обошлось, но все работает, игры летают, монтаж наконец-то стал доставлять удовольствие, и хочется теперь с ним экспериментировать. Скажу грешную мысль, даже Геншин стал симпатичным, и у меня открылось второе дыхание. Я хочу еще раз вас всех поблагодарить. Не за донаты, просмотры, использование Хорнибокс по моей ссылке. Хотя силу денег я ощутил, пока болел. Оказалось, что это очень удобно. В японском языке есть такое понятие, как икигай. Это такая философия, позволяющая обрести гармонию и душевный покой. По интернету гуляет вот такая диаграмма Венна, хотя японоведа за нее могут убить, так как это не совсем верное представление концепции. И сейчас я впервые в жизни чувствую что-то близкое к этому состоянию. Мне нравится и процесс стриминга, и процесс создания видео. Мне в кайф общаться со своей аудиторией и стараться для нее. При этом я не живу впроголодь и могу вкладываться в любимое дело. Бытие клоуном-бардом на Ютубе и Твиче — это, конечно, не самое полезное предназначение на Земле, но мне пойдет. Так что спасибо, что вы есть в моей жизни. У меня сейчас самый долгий период без депрессий и суицидальных мыслей за последние 20 лет. И отдельно хочу поблагодарить Глина, который дал мне пинок в правильном направлении на старте, и Ару, из-за которого мне пришлось стать самозанятым гражданином, но и не только за это. И спасибо моим дорогим друзьям, Лисе, Бобби, Ситару, Ногогрызу и всем-всем-всем остальным. Вы классные, и мне очень повезло, что вокруг меня такие люди. Обычно после таких спичей человека находят повешенным в своей квартире. Шучу, конечно. Планов на ближайшее время дофига. В четверг гайд на Мэй, в субботу, скорее всего, на Сюэй. Затем тонны лора, сливы с тест-сервера, новый режим виртуалки и все такое. В общем, новогодние праздники будут ударные. Постараюсь всех вас отблагодарить контентом. Кстати, в первый раз убиваю жука до того, как он сделает свою копию. Да, извините за перепады голоса, я пока не знаю, как закодируется картинка на Ютубе. Надеюсь, что хорошо. Аппаратура под новые дрова пока в процессе настройки. Не забывайте подписываться на Twitch. Все, что связано со Star Rail'ом, будет на обоих площадках пока что. Но вот всякие сомнительные штуки и эксперименты только на Твиче, чтобы не сводить с ума алгоритмы Ютуба. Хоть я отблагодарил все, что движется и дышит, не стоит забывать о замечательных бустерах. Спасибо вам. А, еще огромный молодец Айдес, мой художник по обложкам. Если вам нужны его контакты, то пишите мне в Discord, с удовольствием поделюсь. Всем огромнейшей удачи завтра с Жуан Мэй и пока-пока.